Эй, привет всем! Добро пожаловать обратно в Варлок проходит Слави The Spire. Чего у нас тут? Возвышение уровень 5, возвышение уровень 6. Добро пожаловать в Варлок смотрит свое прошлое видео. Видео с Slay the Spire. Я удалил его, наверное. Потому что я... О, нет, 39-я серия, вот она. Привет всем, добро пожаловать обратно. Варлок проходит Slay the Spire. Да, кем Варлок играет? Варлок играет... О, мы играли Лотоносцем и мы прошли. Отлично. Значит, сейчас мы будем играть Безмолвной. Поехали. Меньше лечения после боссов. Для Безмолвной это огромная проблема, но... знаете что, это, я думаю, что мы тогда будем играть резко. Потерять стартовую реликвию, получить реликвию босса. Давай. Ящик Пандоры. Изменяют все карты удара и оборона. Вау. Фига у нас старт идет. Окей, мы получили сальто назад, резкий замах, перехитрить, изрешетить, скачущая фляга, пронзить. Короче, из этого всего мне нравится скачущая фляга и все. У нас два коварных удара, поэтому есть смысл делать колоду на сбросе. При этом сброса у нас особо нету. Окей. Посмотрим, это будет очень интересно. Надо бы сразу... Вау, это все, что у нас есть. Я сейчас смотрю. Надо бы сразу убрать, наверное, один коварный удар из колоды. Хотя у нас есть выживание. Я даже не представляю, это какая-то такая безумная хрень. Окей, мы хотим в любом случае побольше элиток. Сюда. Отдых, элитка. И потом можно сюда пойти. Либо пойти по центру через два магазина. Ну, зачем они нужны? Вот сюда. Либо можно попробовать через три костра пройти. Вот здесь можно пройти через три лагеря и потом на одну элитку завалить. Либо можно пойти сюда и попробовать завалить трех элиток. Намного разумнее пойти попробовать двух элиток завалить через левую сторону. Но знаете что? Мы так и сделаем. Все-таки Безмолвная, к тому же с таким билдом, с которым я не представляю, что делать. Это немножко может быть сложновато. Так, ну вот начинается. Коварный удар, две энергии стоит, и нам никак ее не вернуть за него. Не поймите меня правильно, шквал кинжалов это супер круто. По-любому надо играть. Но кроме этого, чем мы будем? Сальто назад. Коварный удар, 8 урона. Мы можем убить коварным ударом одну из них. А, придется именно так и делать. 7 урона мы, короче, пропускаем без вариантов. Ну, можно было заблокировать сальто назад, но не думаю, что это нас бы спасло. Хотя, сейчас я на это смотрю. Может быть, мы вытащили бы, например... Эй, Цирила, моя кошка пришла. Может быть, мы вытащили бы что-нибудь, что нам помогло. Так, чего сюда добавить? Вы берете три карты, затем сбрасываете одну карту, работает с коварным ударом. Окей, знаете что, давайте акробатику. Колода будет частично играть от сброса, потому что у нас уже есть карты. И получить проклятие сожаления. Да, моя кошка, что с тобой? Что ты, моя хорошая? Кошка очень хочет мне помочь. Нам нужна реликвия. Мне кажется, что эта колода не будет работать, если у нас не будет чего-нибудь очень хорошего. Браслет Дзюдзу. Все, что я могу по этому поводу сказать. Мы можем сделать коварный удар. Так, значит, играем акробатику, играем коварный удар бесплатно, да? Да. Бум, акробатика, сбрасываем... Так, мы будем играть шквал кинжалов, по-любому, это 8 урона. Потом коварным ударом добиваем кого-нибудь, еще остается 2 маны. Наверное, лучше всего просто пронзить.
Плащ и кинжал мы не будем играть, точно. Дает 2 энергии, если вы сбрасывали карту в этом ходу. То есть... Получается вот так. Бум. Бум, бум. И еще одна энергия. Выгоднее всего... Выгоднее всего перехитрить, чтобы на следующий ход у нас было много маны. В смысле энергии, простите. Ой. Ча, блин. Ча. А, я прошу прощения, я немножко не в кондиции. Я слегка приболел. Так, и у нас... Мы, короче, тебя убиваем. Вообще, без вариантов. Слушай, ну не такая плохая колода. Ну уж все, наверное, лучше, чем куча обычных ударов. Теперь только подумать, нужно ли нам еще один шквал кинжалов или одного достаточно. Я думаю, что в этой колоде достаточно атак, здесь мало блоков. Поэтому атаки я добавлять пока не буду. Я боюсь, что мы окажемся просто тупо на боссе вообще без блоков и сдохнем к чертям. Так, убрать карту из колоды. А, ну понятно, что убрать. Конечно, убрать проклятие. Даже не думай об этом. Это очень хорошо, что мы его убрали сейчас и бесплатно, и вообще. А, опять же, акробатика работает вместе с коварным ударом сейчас. Или можно просто пронзить сыграть. Нет, это выгоднее. Это намного выгоднее. Так, и... 15, или вот так вот. Изрешетить. Вот у нас слабая карта. Всего лишь 15 урона за 2 маны. Простите, энергии. Ну, культист, ты попал. Я тебе не завидую, потому что в тебя летит скачущая пляга. Бум-бум-бум-бум. И знаешь что, наверное, я сделаю так, чтобы мы не получили никакого урона, и ты всего лишь наносишь 6, я 6 блокирую, у тебя остается панты. Готовься к смерти, мон френд. Goodbye, my love. Так, теперь смотрим. Отражение. Дешевле на одну энергию за каждую сброшенную карту. Не. Для нашей колоды пока не подходит. Если мы хотим делать колоду на сбросе, тогда она рулит. Но сейчас мы не сможем сделать. Ну, у нас сейчас недостаточно сброса. Коленом в лицо хорошо работает с пронзить. Но опять же, я не хочу... Оп-оп-оп. Я не хочу добавлять атаки. Просто не хочу. Так, и теперь подумать над апгрейдом. Чего проапгрейдить? Ну точно не акробатику. Коварные удары на самом деле выглядят неплохо в апгрейдженном состоянии. Потому что мы их почти всегда можем сыграть. Знаете что? Я пойду по нумскому пути и проапгрейджу обезвреживание. Уж эту карту мы вообще всегда играем, когда она нам в руку приходит. Поэтому, может быть, немножко... Вау. Может быть, это немного слабовато, но... Так. Что нам лучше, скачущая фляга или шквал кинжалов? А, скачущая фляга лучше. Даже несмотря на то, что... Яд распределился не совсем так, как нам хотелось бы. Я думаю, что она все равно намного лучше. Я прошу прощения, одну минуту. Я здесь. И я вернулся из небытия. Так, 21 урона от пронзить. У тебя 29 здоровья и 2 яда. Мы тебя не добиваем этим. Но мы можем сделать акробатику. Зачем я акробатику делал, когда мне нужно было сделать... Когда мне нужно было сделать выживание. Знаешь что, мы тебя можем добить? Мы тебя можем добить.
И... Бум. И бум. Какая красота. Все-таки ход закончился хорошо, хотя я что-то и затупил немножко. Так, мы не можем сбросить ни одной карты, активировать коварные удары. У нас все равно есть что сыграть, хотя... А у нас без вариантов. Ход сам себя играет. Можно было кинуть зелье слабости. По-моему, это трата. Трата этого ограниченного ресурса под названием зелье. Давай, до свидания. Итак, что... метнуть кинжал. Я думаю, что надо добавлять, чтобы коварный удар работал всегда. Ну и здесь мы уже решим, пойдем мы на вторую элитку или останемся тусоваться так. Бум, метнуть кинжал. Бум. Теперь коварный удар раз, коварный удар два. А выживание, зря я там что-то сбросил, что можно было. Зря я сбросил плащ и кинжал. Я еще не привык, я никогда раньше не играл новым коварным ударом. Я просто к нему не привык. Окей. Две энергии в тупую ушли, в пустоту, в никуда. Я прогнал. Так, монсеньор, что тебе сделать? Я думаю, что зелье слабости ты заслужил. Он же был ослабленный. Молодец. К сожалению, все очень просто. Будет скачущая фляга, несмотря на то, что она ему добавляет силу. Да, все равно самый лучший ход. И у нас всего лишь 28 здоровья. Можем ли мы тебя добить? Если удачно вытащим коварные удары акробатикой. Попробуем? Хрень. Но 9 урона я не хочу пропускать. Мне кажется, надо играть выживание и, например, резкий замах. На следующий ход мы его, скорее всего, добьем. Да. Нам нужно нанести 13 урона. Это очень реально. Если мы не нанесем, то мы считаем это рубы, но... К счастью, этого не случилось. Ловец снов. Плохая реликвия. Так. Хватит. Нам больше не нужно добавлять в колоду никакие атакующие карты. Абсолютно не нужно. Нам нужны защитные. Но сальто назад мне не нравится. Плохая защитная карта. Сможем ли мы вторую элитку завалить? Все зависит от того, какая здесь будет реликвия. Крохотный сундук вообще никак не помогает против элиток. С другой стороны, крохотный сундук комбинируется с браслетом дзюдзу. Я говорил, что нам не нужны атаки в колоде, но хрустальный нож — это топовая атака, поэтому без вариантов. Оу, гиря. Окей. Так, у нас есть гиря. Я думаю, что мы на элитку просто не можем пойти. Если это Лагавулин, мы умрем прямо здесь. В первый раз за 1000 лет я сыграю немного более разумно, чем обычно. И не буду делать того, делать ничего поспешного. Так, коварный удар, раз. Дальше, мы не хотим получать урон. Поэтому плащ кинжал. И... давай сальто тогда. Мы получим 2 урона. А этот чувак приблизился к смерти. Опять 13. Ты можешь бить послабее?
Сейчас мы тебя обезвредим. Дальше, наверное, надо... Можем его добить? 9 плюс 8. 17 плюс 16. 33. У него 34 здоровья. Теоретически можем. Если вытащим еще атаку. Так, 15. Если мы их играем изрешетить, то... Нет, смотри, 8 плюс 15. А что я парюсь? Мы все можем сыграть. Абсолютно все. Я выберу сэкономить зелье скорости. Если бы мы зелье скорости использовали, мы бы могли это один здоровье спасти, но, по-моему, это уже перебор. Зелье скорости оставим на босса. Дротики, уловка. Все не то. У нас, кстати, есть гиря. Это топовый артефакт для безмолвной. 175 золота и проклятие. Давай мне золото. У нас есть сброс, мы можем проклятие сбрасывать практически всегда. Бум. Потом, наверное... Надо бы блока. Давайте вот сейчас используем зелье и... Не совсем то, что я искал. Так, что мы точно не будем играть? Изрешетить. Никогда не будем играть. Теперь, халявные коварные удары. Раз, два. Отлично. И еще две маны, и мы хотим максимально сэкономить здоровье. Для этого нужно играть плащ и кинжал. И сальто назад. Очень жаль, что хрустальный нож так остается лежать, невостребованный. Хотя я вот сейчас думаю, наверное, хрустальным ножом и чем-то еще мы могли бы просто убить. 15. Не можем. Не можем убить. Значит, сбросить сомнения. И... Вот так вот. Да. Гиря. На следующем этаже у нас будет задача не элиток валить, а максимально костров посетить. Заапгрейдить силу на плюс 3. Я бы сейчас перед боссом бы проапгрейдил силу, если бы был уверен в своих способностях. Плащ и кинжал с гирей рулят, поэтому берем его. И это слизняк. Теоретически мы слизняка можем разорвать в клочья. Теоретически. Но что-то я очкую славик. Ай, плюс одну силу прямо перед боссом брать. По-моему, это наглость. Хворь. Нет. Нет, 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 нет. Все лишнее, все лишнее, все не то. По-любому акробатика. Сальто назад точно не будем играть. И я думаю, здесь очень просто. Коварный, коварный. И скачу фляга. Вы спросите, зачем я играю пустую карту пронзить, когда у меня 0 маны? Хорошая привычка, по-моему. Чтобы потом не забывать. Бум обезвредить, бум хрустальный кинжал. И что мы тут можем вытащить? Ничего хорошего. Поэтому изрешетить. У него будет ровно 72 здоровья. И он сейчас будет слизь крушить. Мы сейчас, если будет хороший заход, мы его так разорвем. Смотрите. Не смотрите. Заход не очень хороший. Но в любом случае, мы можем сбросить сомнения и... В общем, сыграть все карты. Раздвоенные слизи будут с 53 здоровья. Это нормально. Так, снова коварные удары в больших количествах. Это мне нравится. Бум тебе. Так, что мы не будем играть? Наверное, плащ и кинжал. Поэтому... Бум. Бум. И, пожалуй, еще бум. Позвольте, я вам сделаю вот такой бум, и вы умрете. Вау.
Слушай, колода играет намного лучше, чем, чем я думал, она будет играть сначала. Я рассчитывал, что мы попадем очень сильно. И все из-за огромного урона. Все именно из-за огромного урона, который мы наносим. Надо его не провтыкать. Потому что... очень легко нам сейчас взорваться и слиться где-нибудь в начале второго этажа. Потому что второй этаж, вот где реальные начинаются проблемы с выживанием. Сейчас это все игрушки. Проблемы начнутся позже. Ну, первый босс завален вообще в легкую. Пожалуйста, дополнительную энергию. Ха! Застывшее время. Все остальные карты в руке стоят 0. У нас есть чем усилить эту карту. Действительно есть. С другой стороны, по-моему, это нам не лишнее. След в воздухе. След в воздухе хорошо с заточками. И это карта защиты. Алхимия тоже крутая. Эх. Думай. Думай, Вася, думай. Знаете что? Давайте мне алхимию. Сейчас выпадет дзюдзу. Не, дзюдзу. Ой, не дзюдзу, а содзу. Содзу не было. А, позволяет добавить в колоду 5 выбранных карт. Дает энергию и намерения врагов неизвестны. Это я брать пока не буду. В прошлый раз мы уже брали эту штуку безмолвной. Это был ад. Маленький персональный ад. Черная звезда, поехали. Чего уж там. Гори все синим пламенем. Дайте мне черную звезду. Так. Вопросы, отдых, элитка, либо бум-бум-бум, 3 апгрейда на силу. Вот, наверное, нам что надо. Я вижу, что мы в магазин тут не попадаем нигде, но... ну и хрен с ним, с магазином. Магазин, кстати, нам в вопросах может попасться с очень высокой вероятностью. Наверное, мы сбросим сомнения. Так, и... хрен с тобой, золотая рыбка, я собью с него все 3 стака. Стака артефакта. И, в принципе, он труп от яда нам теперь только блокировать. Больше ничего не нужно. Чем я и собираюсь заняться? Все равно броню мы не пробьем, поэтому... бесполезно даже пытаться. Бум-бум-бум, все заблокировали, отлично. Он не так просто сдохнет от яда. Надо будет скачущую флягу еще его прикинуть. Ну или алхимия. Зелье защиты, вау. Оно, кстати, очень вовремя пришло. Потому что... да, потому что нам больше нечего ему... сыграть на защиту. Шесть урон. Шесть урона, можно жить. А где моя скачущая фляга? Вы издеваетесь? Ох, мы получим здесь намного больше урона, чем мне хотелось бы. В разы больше урона. Да. 4 еще в лицо. Я думал, что мы его в легко. А, он уже мертв. Он уже мертв на следующий ход. Все равно не радует. Может быть, первый ход неправильно я сыграл. Ба-ба-ба-бам. Грация. Грация. Заточки наносят на 3 урона больше. Мне кажется, что... мы не можем играть в заточки, у нас слишком их мало. Это у нас такая колода, хрень. Грацию взять, что ли?
И защиты у нас немного, именно карт, которые защиту дают. А, давай грацию. Уже колода растолстела, и наконец-то магазин. Так, вот и он. По-любому Ваджира. Блин, столько заточек. Столько у нас бонусов к заточкам. Игнорируйте два следующих проклятия. Я не уверен, что мы хотим игнорировать два следующих проклятия. Я думаю, что мы точно хотим убрать из колоды то проклятие, которое у нас есть. И... А, меткость. Нужна ли она? О, я прошу прощения, сейчас. Я прошу прощения, мне снова надо войти. Этот насморк мне уже надоел. Я прошу прощения. Ах, я вернулся, и я прошу прощения. Неужели современная медицина не может придумать лекарство от простуды? Всякую хрень там занимаются, когда от рака лекарства придумают, еще куда фигню. От чумы. Зачем? От простуды придумайте. Так. Так. Меткость будет у нас работать для плаща и кинжала. И второго плаща и кинжала, и все. Нет, никакой меткости. Можно... Давай Амамори. По идее, она должна себя окупить, потому что проклятие обычно в... Проклятия обычно попадаются в хороших очень... Вот. Например, мы здесь можем не получить урона и игнорировать это проклятие. Что я, кстати, и сделаю, потому что... Терять 18 здоровья сейчас у меня нет никакого желания. Поэтому игнорируем проклятие. Все. Все отлично, все замечательно. И Тингша наносит по 3 урона случайному врагу за каждую сбрасываемую карту. Да, да, у нас билд на сброс. Это видно очень ясно теперь. Билд на сброс с легким добавлением силы. Что сюда точно не подходит в этот билд? Что вот совсем никак не смотрится. Скачущая фляга? Скачущая фляга сама по себе. Кул карта. Алхимия не подходит. Наверное, перехитрить. Слишком медленная. Слишком медленная и явно не для этого билда, хотя... Да нет, ну что-то надо было сбрасывать все равно. Теперь поднимаем тяжести. Наконец-то начинаем набирать силу. У нас есть Ваджира, у нас есть Гиря. Мы уже с двумя силами будем стартовать каждый раз. Я думаю, что мы попробуем пройти через все лагеря на втором этаже, игнорируя... Игнорируя такие вещи, как отдых. Ой, это как элитки. Ну, мы пропустим 12 урона. Поздравляю нас. И нанесем ему 0. Как хорошо. Какая красота.
Я, кстати, дурак, надо было сначала сыграть карту, которая достает другие карты, да? Алхимия дала нам зелье яда, мы зелье яда кинули на паразита. 7-2, 14 урона ты наносишь, да? Хрен тебе. Хрен тебе. Ты наносишь 10 урона, а я блокирую 13. Облом. Еще чуть-чуть продержаться, и он сдохнет от яда. Самое время сыграть грацию, плащ кинжал. И пожалуй сальто назад. Ой, что не пробиваешь? Окей, так. Следующий ход. А здесь просто нечем блокировать. Хорошо, тогда метнуть кинжал. 5-5, 25. Изрешетить уже наносит 25 урона. Неплохо. Мы сбросили карту, да? Да, поэтому коварный удар для нас бесплатный. Раз. И можем мы тебя добить? Первый вопрос, который нужно задавать себе всегда. 12 плюс 10, 26. Да, мы можем вот тупо добить. Какая красота. Пам-пам-пам. Катализатор, вечная агония, оглушающий крик. Все не подходит, все не подходит, все не то, все не так. Ой, давай нам плюс 2 силы. Немного рискуем. Оу, кончик пера. Увеличивает урон каждой 10-й атаки. Ну просто идеально заточена. Идеально колода заточена под заточки. Теперь мы будем начинать 4 силы. Возможно, 5 ударов на 5 укусов. Я не могу добавить в эту колоду 5 укусов. Колода потеряет смысл. И изменить карту. Что у нас еще ненужное здесь? Что нам нужно меньше всего? Что мы практически никогда не играем? Пронзить мы практически не играем. Вы берете чего? Вы берете одну карту, когда эта карта сбрасывается. Окей, для колоды на сброс нормально. Теперь очень большое испытание, элитка. Я надеюсь, что 4 силы, которые я накачал, все-таки зарешают. И мы не сольемся здесь. Я не уверен в этом. Так. Хрустальный нож, грация, резкий замах. Вроде норм. Хрустальный нож убивает безумного гремлина, резкий замах не убивает коварного гремлина. Хорошо. Хрустальный нож убивает коварного гремлина, резкий замах бьет в предводителя гремлинов просто. Либо алхимия и надеяться на что-то полезное. Вместо грации. А грацию, чем раньше мы запустим, тем лучше мы себя будем чухать в поздней игре. Я думаю, что начнем с резкого замаха. Вообще в идеале бы шквал кинжалов, но это уже наглость. Ладно, резкий замах на предводителя. Акробатику теперь мы не сможем сыграть с коварным ударом, поэтому делаем то, что и задумывали. И грацию. Просто тупо для будущего. Все, что нам нужно сделать, это пережить этот бой. Так, сброса нет. Мы можем сброс вытащить, но он нам не поможет. Поэтому, значит, наверное, обезвредить на
Обезвредить, я думаю, на предводителя, как ни странно. Потом сальто назад и скачущая фляга. Но если мы будем играть сальто назад, то его нужно играть первым. Вот почему. Потому что теперь у нас есть шквал кинжалов, который нужно сыграть. Просто необходимо. И теперь мы можем добить гремлина. Бум. Бум. А слабость мы кинем на предводителя банкой. Да, 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 да. Сейчас он, наверное, будет бить. Нет, он не бьет. Какое счастье. 7-ю 5. 35. Изрешетить, наконец, начала наносить меняемый урон. Наверное... Просто убить безумного гремлина и изрешетить, да? Не выделываться. Дальше. Убить второго гремлина. Да. Опять же, не надо перемудрить. Не надо перемудрить. Не надо. Наверное, сейчас... Потому что если мы все время будем убирать товарища из-за стола, то он будет лососать и будет просто тусить здесь. Так. Постоянно с вопросиками над головой. Так, я хочу сыграть акробатика, кроварный удар. Что мы скидываем? Скидываем рефлекс. И после этого качаю флягу, да. Скидываем рефлекс. Хрустальный нож может быть даже лучше, чем фляга. Оу, два коварных удара. Раз коварный удар, два коварный удар. С кончиком пера. Да, хрустальный нож и шквал ударов лучше, чем фляга, да. И не забывайте, у нас черная звезда. У нас черная звезда. Пожалуйста, шквал кинжалов. Хрен кинжалов. Выживание дает сыграть коварный удар. Так, выживание. Убираем сальто назад. Или не убираем сальто назад. Убираем резкий замах. Да. Коварный удар. Бум, ты мертв. Плащ кинжал. Сальто. Я запутался. Мы можем добить второго гремлина. Бум, бум. По-моему, я такого техничного боя еще ни разу не играл в Slay the Spire. Он настакал 12 силы. Если он хотя бы один раз нас ударит, мы мертвы. Кстати, вот это ход, где я сыграю алхимию. Алхимия раз. Еще одно зелье слабости. Коварный удар смысла не имеет. О, у него осталось 31 здоровья. Может быть, это сделаем. Оп, он атакует. Правда, поздно. Нам тупо повезло, что он до этого ни разу не атаковал. Это чистое воды везение. Матрешка, в следующих двух сундуках, которые вы откроете, будет по две реликвии, исключая сундуки боссов. А матрешка мне не нравится, я бы предпочел сейчас получить реликвию. И вот сюрикен мне не то что нравится, я балдею от него. А сюрикен это, опять же, все идет под заточки. И у нас практически нет заточек. Все равно нельзя отрицать, что... Мы в отличной ситуации, если сможем продержаться хоть какое-то время. Так, тебя надо обезвредить, наверное. Хрустальный нож. Ну, лови, культист. И, пожалуй, скачущую флягу. Будем надеяться, что один попадет на тебя и два попадет на избранного. Но не совсем так, но более-менее пойдет.
Пам-пам-пам-пам-пам. Все еще колдуем, да? Время алхимии. Время чего? Время коварного удара? Нет, грацию давай. Ненавижу избранного. Вообще ничего нормального не сыграть. Ну, наша колода очень плохо против него подходит. Прямо отвратительно. 24 урона. Знаешь что? Вот тебе зелье слабости. Вот тебе метнуть кинжал. Вот тебе, наверное, коварный удар. Халявный. И также позволь. Нам надо было плащ и кинжал. Надо бы. Изрешетить. Что-то как-то тут... Вроде урона много наносит, но мы пропустим. 18, Карл. И давай, знаешь что, давай не акробатику, давай вот так вот. Я надеялся. До последнего надеялся, лучше бы и сыграл изрешетить. Опять нет сброса. Будем искать сброс, чтобы сбросить что-нибудь. Хрен. Зато два плаща и кинжала. Я думаю, что может их вообще не играть. Чтобы не получать головокружение в колоду. Это, кстати, наверное, была бы неплохая идея. С другой стороны, заточки бьют как грузовик. Можем мы тебя убить? Возможно. Точно. 100% можем. Зелье ловкости. А, ужас. Ужас по-любому. Ужас плюс к тому же. Здесь мы отдыхаем. Я вам 100% уверенностью это говорю. И рискованный ход плюс. Да, да, и еще раз да. С Тингшей это будет огонь. Я боюсь, что мы не пройдем этого босса. А, это для нас, наверное, самый плохой босс, который мог бы попасться. Значит, сразу зелье слабости, сразу зелье ловкости. Ну, взрывное зелье, не то, что срочно нужно. Так. Если мы сыграем две атаки, мы можем сделать так, чтобы кончик пера у нас сработал на хрустальный нож. Мы не можем сыграть две атаки. Раз атака. А, стоп. Да, да, мы можем. Бум. И теперь у нас хрустальный нож идет с под кончиком пера. Лучше он никогда не будет, поэтому это было идеально. И я хочу сделать так, чтобы сюрикен работал, поэтому алхимия пока что тусуется. Рискованный ход. Не совсем то, на что я рассчитывал. Я рассчитывал на, не знаю, на шквал кинжалов, на резкий замах, на любую атаку. Но нам будет очень сложно здесь. Прямо-таки практически невозможно сделать что-нибудь нормальное. С другой стороны, мы можем настакать силы сюрикеном. Настакать силы сюрикеном. Ужас надо оставить на потом. На тот момент, когда он скинет с себя все дебафы. Иначе нам жопа. Так, рефлекс, до свидания. И сейчас надо не получать урон. Так, коварные удары бесплатно. По-любому. Дальше, либо грация и плащ-кинжал, либо два плаща и кинжала. Грация и плащ-кинжал дает нам и сюрикен, и бонус грации на будущее. Опять же, ужас не играем. Ужас, ужас, потом. Потом ужас. Мы получим один урон. Кучу проклятий. К счастью, он пока тусует. Как мы можем сделать сюрикен на этом ходу? И единственный вариант сделать для нас сюрикен. Может, нам надо начать наконец играть изрешетить? Вот, наверное, хорошая идея. Давай алхимию. Еще одно зелье ловкости. Посмотрим. Давай мне изрешетить. А рискованный ход ради 6 урона.
Мы точно вытащим обезвредить. Хрустальный нож. Да, мне нравится следующая. А, знаешь что, мне эта следующая рука не очень да и нравится. Давай сейчас рискованный ход. Да, скинем пару атак из следующей руки. Для того, чтобы был шанс вытащить хоть какую-то защиту. Потому что я чувствую, что сейчас будет защита. Сейчас будет атака на нас. Точно. Вот 16 урона летит в лицо. И это уже под ослаблением. Кончик пера. Так. Попробовать найти ужас. Чтобы кончик хрустальный нож под ужасом в него влепить. Давай, попробуем. Вот и ужас. А, окей, время использовать ужас. Я идиот. Я дебил. Ох! Надо было коварный удар играть. Нет, мы не могли его играть. Мы ничего не сбрасывали в этом ходу. Да, мы ничего не сбрасывали. Я не идиот, я все правильно сделал. Получаем один урон, он на нас наносит еще слабость и уязвимость, и теперь он будет снимать дебафы. Нужно постараться нанести как можно больше урона в этот ход. Поэтому акробатика, пробуем вытащить коварный удар. И он к нам пришел. Коварный удар раз, халявный. И теперь смотрим. 6-5, 30. Либо можно 21 сыграть, если сыграть резкий замах и метнуть кинжал. И попробовать вытащить что? Рискованный ход? Нет, вот так вот. 50 урона. У него 84 всего. Теперь он снимает с себя дебафы. И остается надеяться... На все самое лучшее. Узри мою ярость. 28 умножить на 3. Вы издеваетесь? Мы можем это пережить? 28 на 3. Это... Это 84 урона. Значит, нам надо заблокировать... 35. Я вам скажу сразу, скорее всего, этого не случится. 84 мы не нанесем никак. Поэтому ладно, хорошо, пробуем. Мы сыграли все наши блоки. Я физически не мог его победить. То есть колода... Я физически никак. По-моему, знаете что? По-моему, я сделал все, что мог. И, по-моему, это в чёс. Ну, если бы у нас было больше здоровья, и то он наносил больше урона, чем могло быть у нас здоровье в принципе. Ну, да. И колода была очень классная, мне очень понравился забег. Я недоволен, что мы умерли на втором боссе, зато удовольствие получил я море. Море от этого забега. Может быть, следующий забег попробуем без режима возвышения, просто сыграем для того, что для разнообразия. Ну ладно, я надеюсь, вам понравился этот забег. Если так, то подписывайтесь, нажимайте колокольчик, также ставьте лайк внизу. А я благодарю вас за просмотр, мы увидимся обязательно в следующий раз.